Тем временем на авиабазу Хмеймим, где размещена группировка наших ВКС, участвующих по запросу Дамаска в антитеррористической операции, вновь приехали артисты. Перед солдатами и офицерами выступили Алексей Глызин, Сергей Маховиков, также один из ансамблей Минобороны. Вел концерт Леонид Якубович. Он прочитал два стихотворения собственного сочинения и сказал напутственные слова. Ребята, мы приехали к вам, как и все, кто здесь бывает, из огромного уважения к тому, что вы делаете. Я очень хочу, чтобы вы знали и верили в то, что там те, кто остался, по-настоящему искренне уважают вас до безумия. И мальчишки, зная о том, что вы здесь делаете, по телевизору смотрят, завидуют вам несказанно и мечтают подняться в небо только из-за того, что поднимаетесь в небо вы.